Сегодня в рамках проекта Ахтубе Адауда Каланы руководитель управления здравоохранения Ахтубинской области Рустем Исаев добровольно отказался от служебного автотранспорта и передал транспорт на благо дома престарелых. К слову, на данный момент в учреждении проживают 206 пожилых людей. Несмотря на то, что на балансе имеется два авто, часто возникают трудности в перевозке. У нас на балансе есть и скорая помощь из машин, из автотранспорта, газель есть. Мы в основном возим на газели и на скорой помощи. Но то, что они высокая машина, некоторым опекаемым тяжело поднимать. Ну, бабушке, дедушке тяжело подниматься. И мы рады, что такую нам низкую машину дают. Это удобно им для ног вообще. Рады. Спасибо большое. Мы эту машину передаем для того, чтобы эти пациенты вовремя обращались в поликлинике, в стационары, чтобы им вовремя была оказана помощь. Машина Toyota Camry 50, как в народе ее называют, 2018 года, в идеальном состоянии. Я как госслужащий принял такое решение, и я думаю, что для меня это в данный момент сейчас не так важно. Сэкономлено будет в год 2,5 миллиона тенге, то есть на содержание одной машины у нас ежемесячно уходит порядка 180 до 200 тысяч тенге.